потом браться. По возможности полностью браться. Смотри, можешь же порезать. Оля, подожди еще немного. Хорошо. Да, Кирилл, разворачивайся. Это раз, куда меньше. Куда меньше? Олег, это что притаскивает? Нормально, он так горячит. Ему удобно очень, говорю. Зачем я уже? Не представляете, что мы сейчас загоним. Найди стачку. Поставили обратно. Оля, взяли, сняли, помешали. Ну, Андрей, ну, пожалуйста. Да там нету, я тебе. Взагалі все життя Миколи Васильовича покрито якимись таємницями і легендами. Існує дуже цікава історія знайомства батьків майбутнього письменника. У віці 14 років батьку письменника наснився дуже дивний сон. Навчився у цій майстерності, будучи кріпосним Києво-Печерської маври. Зверніть, будь ласка, увагу на українську хату 19 століття. Очень легко отстирывать. Это да. А теперь он повторяет твои ошибки. Лёжа, ты кушаешь? Не надо снимать. Совсем. Совсем белая, совсем пушистая. Спасибо. Да. Улыбайся, Маша. Кстати, Джулиан, вот какой ты такой. У кого? Да, очень тоже. Женя, а что ты делаешь? Я? Сижу за костром. Ну ты смотри, дрова в стороне, в одной стороне будешь сидеть. Окей. Это же не надо? Что? Нет. Ой, дурак. Игорь, а ты чем занимаешься? Строю салат.
спрятать все вещи. Очень крепкий он должен быть. Я так думаю. Ну, крепко, чтобы было. Стояло оно как-то долговечно, более-менее. Можно использовать... Опять же, подручный материал. Да. Да, я смотрю. Ну, а что, два раза с одной стороны лежит? Что это вот? Ну, примерно так. Все, вот а то вы не материал. Тихо, у нас знает. Собрались, быстро нужно что-то. Я хочу здесь. Палатка, украшенная палатка. Я не понял, смайликом. Вы тючки. Ребята, что это у вас такое тут? Домик самурая. А мы самураи. Это наша еда и инструменты, с которыми мы кушаем. Сейчас будем кушать. А что вы кушаете? Рис. 4 самурая? Вместо 7, 4. А вы что кушаете? Пока ничего. Воздух. Там в первой домике самурая там рис едят, а у вас там воздух. Не сырой? Или сырой? Оля, а что это у тебя тут такое? Что за... Это чайный домик. Чайный домик? Да. Вышиванка украинская, да? Да. Мы же в Украине, не в Японии. Вообще, как не стыдно. Что только 4, Андрей? Да нет. Больше не получилось. Так. А внутри в цирке что? Что внутри? Ничего, дай порядок. Только живые. А, она никак не Проверим. Все немножко попробовали, передаем дальше. И получается вот это. Вот должны получиться. Ну, как в таком. Вот здесь немножко толще. Вот эта часть. И эта часть. Вот. Это вроде как так не совсем на начало. Или кончается. Здесь толще. Здесь толще. Спасибо. Давайте будем пробовать. Оля, Ваня! Ваня! Что это? Ярик! Белка! Ярик! Полотенце. Стрелка! Мое полотенце! Ваня, кто? Умеряем! А назад на спине возвращаем. Нет! Обгонять можно? Нет. А обгонять ногой же может попасть по зубам. Давай, давай. Давай. Если это заклинено на скорость, то на правильное движение, правильно. Ладно, я подожду всех. Буду.
Вот, я себя выбрала. Самый первый никогда не поменялся. Откуда у меня такой же? Дайте по длине ветки, народ. Давай сюда. Ну, ты все равно плохо положил. Коса упадет. Я знаю, Андрей, бери деревняк свою. Положи, она за нее не стоит. Чего уважаем? Тарелки ставим, руки моем. Слава Богу. Так, что у нас ее воду? Соедущие-то нормально. Чего? Что воду сливаешь? Вот это...